А это дополнение к моему предыдущему видео. Есть сайт Mad Mobility Poland. На нем полностью расписано, как получить право работать врачом, медсестрой или ратовником медичным. Здесь расписано на польском, русском и украинском языке. Также вы сможете найти работу, то есть здесь предлагают вакансии работы врачом, медсестрой или ратовником медичным. Это не реклама, просто я хочу, чтобы вы себе прочитали, и здесь очень доступно написано, чтобы вы смогли вообще вложить в себя в голову, потому что очень много информации и получается каша, а здесь все шаг по шагу очень хорошо расписано. В предыдущем видео я очень доступно все объяснила, но здесь, в этом видео, я вам покажу образцы всех документов, какие вы должны написать. Кроме тех документов, которые вы должны подать, это дипломы разные, сертификаты и так далее. И вот эти образцы. Мы сейчас их откроем, и я каждый вам покажу, как выглядит. Это 7 образцов. Например, с родины о несудимости. Все эти документы вы можете себе скачать и взять с этого сайта. Так что все линки будут под видео в инфобоксе.